вчера. Бутылка водки и селедка под закуску, и на груди бляди разорванные блузки, разборки с помощью ножа и топора, запах помоек, крики-драки со двора, бомжи-менты, террор товарищей с Кавказа, туберкулез и СПИД и прочая зараза. Как охуительны в России вечера, как охуительны в России вечера. Московский блеск и нищета ее окраин, дебаты в Думе, может, нужен новый Сталин, и дума старика, что помирать пора. Как будто это сон, а наша в жизни гора. Дорога россиян на кладбище в могилы, но каждый крикнет вам, пока кровь не остыла. Как охуительны в России вечера. Крикнет вам, пока кровь не остыла. Как охуительны в России вечера. Как охуительны в России.